сентября, только не так сегодня. Вот приехали мы ловить дафнию первый раз в этом году. Такой вот инвентарь у юного натуралиста. Такая палочка, сачочек самодельный с чулка. И скотч, и емкость, в которую будем ловить. Вот такой вот здесь прутик. И к этому прутику вот такая вот речечка протекает. Болото редкостное. Но здесь есть дафнии, и очень много. Ну, посмотрим, или она уже есть, или ее еще нет. Вот первый заброс дал нам вот такие вот результаты. Циклопик есть, дафнии очень мало. Ну, еще холодно, и бокоплавы, звери. То есть не бокоплавы, а какие-то жуки. Ну, циклопик есть, но очень мало. Сейчас посмотрим, что будет дальше. И вот такими вот движениями будем ловить. Только сачок маловат. Может, какого-то карася поймаем. Запустим в аквариум. Ну, и у кого какие предпочтения живым кормом кормить? Да, я понимаю все, что возможно заразу какую-то занести или что еще. Но живой корм все-таки это живой корм. Можно в отдельных аквариумах экспериментировать, если рыбы много. Но речушка грязная. И это очень грязная. Посмотрим. То есть не посмотрим, а будем кормить. Итак, итоги этого предприятия не ахти. Во-первых, надо сачок поменять. Маленький, очень маленький. Этим сачком можно ловить и неделю. Настолько рыб, как у меня есть, надо корма очень много. Ну, возможно, на одну кормежку и поймали. Вот такие вот у нас результаты, если будет видать. Сейчас мы подблизим. Только фокус что-то не хочет. Ладно, то посмотрим, что с этого получится. Кого мы накормим. Ну, его надо посеивать, помывать. Убирать всяких гидр и все тому подобное. Вот таких вот жучков мы наловили. Циклопика много, пару дафний. И всякие жучки ненужные. Сейчас мы их будем промывать. Вот дафния какая плывет. Вот столько жучков. Вот сейчас мы посмотрим, как мы ее будем промывать. Ну вот и так. Будем мы промывать наших жучков. Вот такие вот жучки. Вот такие вот у нас жучки. Берем вот такие вот. Сито или как оно называется. Берем пустую емкость. Сначала мы этим ситом промоем от ряски и всяких больших ненужных нам вещей. Хоп. Ну, этот мусор пускай себе плавает. Здесь тоже циклоп остался. Мы сейчас его зальем водой и пускай себе отстаивается. Возможно, даже и размножим. Теперь у нас жучки более-менее чистые, но только всякой грязи много. Надо еще сито какое-то поменьше. Сейчас мы их промоем еще одним сачком. Берем еще одну емкость. Берем вот такой вот сачок из чулка. И промываем этих. Thank you.
И вот столько у нас получилось циклопика. Кишит не очень много, но еще рано его мыть ездить. Сейчас берем водички с аквариума. Более чистой, чтобы меньше всякой заразы туда поступало. И выпускаем наш циклоп. Так, пускай еще теперь отстоится. И будем кормить рыбок. И вот итоги нашего лова вот этих рачков. Вот их сколько здесь. Это 99% циклопа. Ну, чуть-чуть дафнии там плавает. Сейчас мы ее будем скармливать вот этим зверям. По чуть-чуть выливаем. Они уже сбежались. Хопа. Чуть-чуть этим. Здесь не очень много, но им будет достаточно. И чуть-чуть вот этим дадим. Хоп, ополаскиваем. И охота началась. Смотрим и наслаждаемся. Всем хорошего настроения, удачки!